Я в прямом эфире. Эй. Ждем зрителей. Ну а пока. О! Привет, друзья! Если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате плюсик. Всем привет! Если кто-нибудь видит чат, то я рекомендую в него что-нибудь написать. По крайней мере, чтобы вы меня слышите. Ну, пока у нас есть 10 минут, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Постараюсь как-нибудь ответить. У вас есть какие-то вопросы? О, отлично. Как интересно. Мне оказывается, в чате самих хэнгаутсов никаких уведомлений не приходит, а вот открываю YouTube, я действительно что-то вижу. Ну, интересно. Вот, всем очень рад. Спасибо, что присутствуете. Как настроение? Эй, отлично. Ну, честно говоря, я здесь не намерен прям вот заниматься обучением, потому что все то, что я буду говорить, основано только на личном опыте, ничего кроме личного опыта. Поэтому буду рассказывать про свои истории и, возможно, то, что я из этого, как сказать, вынес. Вот. Если это каким-то образом не будет применимо к вашим ситуациям, то ничего страшного. Вот. Итак, мы, соответственно, ждем еще 10 минут, и мы начинаем. Вот. Пока, если у вас есть желание, точнее, даже это очень рекомендуется, очень поощряется, если вы напишите, что вас заинтересовало для того, чтобы зайти именно сюда, именно послушать, посмотреть эту видеотрансляцию, что бы вы хотели узнать, о чем, чему научиться, либо если у вас есть какие-то конкретные вопросы, задавайте, так будет намного проще. Ага, вот, хорошо. Иван написал, личный опыт – это классно. У меня вот пока нет такого. Отлично, это очень легко набираемая единица. Да, коротко, я так понял, что... В описании трансляции ничего про меня не сказано. Меня зовут Владимир, Владимир Языков. Я потомственный программист во втором колене. У меня отец тоже занимается разработками. И 9 лет, соответственно, я сейчас на рынке веб-технологий, на разработке и так далее. Сайты, ну, просто вот чуть-чуть, потом чуть подробнее расскажу. Вот. А фишка Fox. А, соответственно, у вас есть ли какие-то вопросы, что бы хотели почерпнуть из этого небольшого, не знаю, видеотрансляции, наверное? Если есть, конечно, вопросы, так будет проще нам строить с вами работу. Так, как находить общий язык с заказчиком? Могут говорить одно, иметь в виду... Да, отлично. Хорошо.
Тан-тан-тан-тан-тан. Тогда еще пару минут и начинаем. Спонсор сегодняшнего показа – вот эта вот картинка, на которой написано, что хорошее настроение может все. На самом деле картинок еще много. Там, допустим, сегодняшний день никогда не вернется. Усердно трудись, живи, процветай. Люблю такие обозначения. Так можно поставить рядом с монитором и смотреть. Дающий получает. Вера в себя, первый шаг большого пути. Ну, ладно, я иногда ухожу в дебри. О, у нас уже 5 зрителей, это хорошо. Друзья, всем привет еще раз. Давайте все-таки начнем. Начнем почти чуть раньше, может быть, чуть раньше закончим, но на самом деле сейчас не критично. В среднем длительность нашего с вами мероприятия будет составлять где-то от 45 минут до часу. И, соответственно, если потребуется, то мы тоже это можем продлить. У меня сегодня время есть, и, соответственно, мне важно, чтобы все остались довольны, все получили классное настроение, получили какие-то классные знания, если это действительно вам будет полезно. Вот, соответственно, задавайте вопросы в чат, пишите активно, спрашивайте. Если меня слышно, ставьте плюсики. Те, кто впервые пришел, соответственно, пишите плюсики, если вы меня слышите. И, соответственно, пишите о своем настроении. Настроение в настоящий момент, на настоящей трансляции, и вообще то, о чем я буду говорить, является одним из ключевых факторов. Ну, по крайней мере, в моем общении с клиентами, с заказчиками и так далее. Поэтому это клево, если у вас сейчас хорошее настроение. Если нет, то, не знаю, я могу рассказать парочку анекдотов, если хотите. Так, поехали. Еще раз представлюсь. Меня зовут Володя. Я 9-й год работаю на рынке IT, программистом, создаю всевозможные сайты, IT-проекты. В первую очередь хочется сказать о том, что я потомственный программист. У меня вот отец тоже программист. И из проектов, которые я выполнял, были, соответственно, клиенты из ВТБ, S7 и Теле2. Ну, вот это из самого такого крупного. Также были проекты для онлайн-университетов. И вот с 2012 года я нахожусь на рынке фриланса. Поскольку на фрилансе чаще всего, ну, по крайней мере, я выбираю проекты не очень большие, которые заканчиваются в среднем в течение месяца, соответственно, клиентов бывает очень много. И опыт накопился небольшой, и я хотел бы с вами, точнее, опыт накопился хороший, вот, и я хотел бы с вами поделиться какими-то небольшими наработками. Собственно, у нас ключевой вопрос нашей трансляции состоял в том, чтобы ответить на вопрос, как строить хорошие отношения с клиентами. Разочарую или, может быть, не очень, но все-таки самое первое, с чего я бы ориентировался при работе с клиентами, при начале какого-то нового знакомства, это понимание того, что заранее нужно быть готовым к тому, что хорошие отношения не получится установить.
И относительно от этого можно уже дальше выстраивать нормальные взаимоотношения, если получится. Потому что ситуации бывают разные. И надевать розовые очки на тему того, что вот, соответственно, как бы так выстроить с людьми хорошо отношения, может не получиться. Люди бывают очень разные. Самое первое, с чего хотелось бы начать, да, вот у нас сейчас 5 человек. Хорошо. Друзья, в этом чате напишите ответ на вопрос. Вот как вы сами думаете, зачем нужно выстраивать хорошие отношения с клиентом? Ваши ответы буду, соответственно, смотреть и читать. Да? Можно коротко, там буквально одно предложение, несколько слов. Можно там тезисно, там, не знаю, пару-тройку, там, первое, второе, третье. Главное, сейчас там сильно на этом много внимания не заострять, но, тем не менее, ответ ваш на вопрос действительно важен. То есть, если вы пошли, может быть, вы понимаете, ну, зачем, да? К слову, чат вот обычно на YouTube находится справа, да? Так, работодатель смотрит как на профи навыки, так и на личностные. Поэтому надо правильно подать себя. Отлично, хорошо. Друзья, есть ли еще какие-нибудь предложения? Что бы рекомендовал другим? Отлично. Действительно, под конец работы с клиентом очень важно, чтобы не только человек оставил просто вот хороший отзыв, да, хорошо, вот в идеале, чтобы каждый контакт, который появлялся у вас на фрилансе или либо где-то на личных знакомствах, там, я не знаю, пришли на какой-нибудь семинар, познакомились с человеком, он вам попросил, там, не знаю, сделайте мне какой-нибудь онлайн-калькулятор. И вы вот делаете, человек безумно доволен этим, и после этого получается, что он дальше у вас заказывает просто потому, что вы классный человек, с вами общаться клево, вы просто искрите улыбкой и просто счастьем, это здорово. Так, хорошо. У нас, по крайней мере, 2 ответа есть. Друзья, если вы там еще 3 человека, да? 4. Если у вас есть какие-то мысли о том, зачем выстраивать отношения, тоже пишите в чат. Ну, соответственно, я, правда, по себе скажу, это вот 2, наверное, самых важных принципа. Конечно, есть еще какие-то, но лично для меня, да, это при хороших отношениях с клиентом намного легче работать, и в хорошем настроении получается результат намного быстрее, чем вы действительно планируете, когда вы полностью сосредоточены на работе. Это первое. Да? И второе, соответственно, это перспектива, потому что каждые отношения, которые выстраиваются должным образом, они, соответственно, перетекают у нас на будущее. То есть этот клиент становится нашим долгосрочным. Есть 2 стратегии, да, я вам расскажу, немножко отдаляясь. Да, сегодня не буду показывать никакого кода, потому что, в принципе, сейчас это больше такая вводная лекция. Я расскажу 2 примера. Первый – точно как делать не надо. Это относится вообще абсолютно просто вот к отношениям к людям, да, это не связано обязательно с IT. У меня был знакомый, с которым мы в свое время занимались бизнесом автомобильным. И до того, как мы с ним общались, он занимался продажей автозапчастей. Причем он занимался продажей таким образом, что каждая
все запчасти были полностью нерабочими. И поэтому ему нужно как-то было это продавать. Он знал о том, что они нерабочие, и поэтому, помимо того, что у него было гигантское количество автозапчастей, у него было гигантское количество сим-карт. Ну, сейчас, конечно, такое трудно представить. Вот. И каждый раз, когда он продавал какую-то новую запчасть, он, соответственно, менял сим-карту. В целом, это, конечно, ему было в плюсе, но жизнь, цикл жизни клиента оставался очень маленьким. То есть человек обратился, получил запчасть, остался недоволен и после этого, собственно, к нему не обращался. В целом он продавал где-то в районе 50-100 автозапчастей в месяц. Представьте, если бы эти 100 человек, которые бы заказывали у него запчасти, обращались к нему повторно, ему не нужно было бы искать новых клиентов. И в этом плане подход, где у нас есть хорошие отношения с людьми, он намного более выигрышный и перспективный. Именно так в случае, если вы наемный рабочий, либо работаете на фрилансе, можете построить бренд вокруг своего имени. То есть к вам обращаются, вот, допустим, Иван Гапонов. Да, это реально имя, это значимость. Если подходить внимательно к, соответственно, выстраиванию отношений с клиентами, то через год, а может быть через два, вполне есть очень большая вероятность, что к вам уже, вам не нужно будет искать собственных клиентов на будущее. Просто к вам будут обращаться по сарафанному радио. И канал привлечения клиентов как сарафанное радио, это, ну, на мой взгляд, это вот одно из самых мощных каналов, да, один из самых мощных каналов. По крайней мере, я, насколько помню, я только искал клиентов, наверное, первые 4 года из 9, которые я работаю, а дальше, по большей части, знакомые знакомых рекомендуют, просто потому что они довольны работой. Вот, это вкратце ответ на вопрос, зачем выстраивать отношения. Я уверен, что у вас будут еще какие-то личные добавления, и они тоже имеют место быть. Поэтому, соответственно, давайте с вами поговорим немножко об обратном. Ситуации, когда у нас сразу хорошие отношения с клиентом, они, ну, вполне реалистичны, и очень хочется, чтобы таких клиентов было, за таких прям действительно хочется держаться. Вот давайте вспомним немножко просто в нашей жизни, да, у кого-то сейчас опыта не было в разработке, в IT, у кого-то был, неважно. Расскажите о, вкратце, одним предложением об одной ситуации, которая у вас встречалась именно в качестве трудности, то есть в трудности взаимоотношения с человеком. Если у вас какая-то была, ну, главное, чтобы вам было более или менее легко и комфортно о ней говорить, потому что вот если там какие-то скелеты в шкафу, это оставьте по себе, потому что, ну, как бы, мы сейчас не занимаемся терапией, и я не психотерапевт. Да, я, конечно, могу как-то помочь, облегчить душу, но вот как бы это, наверное, пока в рамках нашего обсуждения сегодня не входит, к сожалению. Итого, попробуйте написать коротко одну ситуацию, где вам было трудно общаться с людьми. Ну, допустим, самое простое, можно в два слова. Допустим, слишком много от меня требовало. Или там что-то еще. Я более чем уверен, что то, что у нас происходит во взаимодействии с клиентами, точно так же может проистекать и в нашей обычной жизни. С родными, с людьми на бывшей работе или где-то еще. Вот. Вахтан, привет. Вот тут еще одна картинка хорошая попалась. Вера в себя. Первый шаг большого пути. Угу. Настаивал на тупой идее не переубедить.
Я с таким встречался. Коротко, наверное, расскажу. Бывают действительно ситуации, когда даже как... Иногда я встречался с людьми, которые хотели сделать гигантский масштабный сервис. Ну, типа там, допустим, Ютуба или, может быть, там социальную сеть сделать. Я, правда, встречался с такими ситуациями, когда люди готовы поставить на карту все свои сбережения, все свое время ради того, чтобы сделать светлое будущее для людей. К сожалению, не всегда бизнес-план, ну, то есть идея того, как вообще данный сайт или данный сервис будет приносить деньги, не всегда очевидна для клиента. И с высоты некоторого опыта становится понятно, что ну, не взлетит. Трудно бывает, правда, переубедить человека. Мне 33, пришел на стажировку, где руководил 20-летний студент, шеф сразу отмел. Сейчас тогда расскажу про тупую идею. И правда, бывает очень трудно переубедить человека, что вот, ну, не надо вот этого делать, побереги свои деньги. Вообще, бывает очень забавно, что люди, которые ко мне обращаются, чаще всего, ну, не чаще всего, иногда встречаются с моим мнением, что побереги деньги, тебе сайт пока не нужен, когда они пытаются заказать у меня сайт. Но если люди действительно очень настаивают, то кто отвечает за результат? Это самый большой вопрос. Если вы понимаете, что идея не перспективная, то, ну, если я понимаю, что идея не перспективная, то я обычно говорю о том, что ответственность за решение данного вопроса лежит полностью на клиенте. Если вы согласны с этим, если вы согласны с тем, что, выполняя вот эти определенные действия, вы можете не достичь результата, а может быть достигнете, ну, все бывает, то хорошо, я готов за это взяться. Тут есть все-таки такие краеугольные камни, первый из которых это возможно, в случае, если не взлетит проект, вам не дадут какой-то положительный отзыв. Ну, допустим, у нас в Москве, я из Москвы транслирую, если что, есть такой большой компьютерный рынок Савеловск. И один из клиентов, когда я работал в команде, попросил сделать сайт для этого Савеловского рынка. По сути, нужен был промо-страничка, на которой просто было видно, какой сайт, что происходит и так далее. То есть, что он предлагает, какие услуги. Причем там купить чего-то нельзя было, вообще ничего нельзя было купить. Просто схема самого рынка, парочку видео и все. На сам проект было дано, по-моему, около 900 тысяч. Это по 2012 году. Сейчас можно смело увеличивать в 1,5-2 раза. Не я забирал такие деньги, а, соответственно, компания, в которой я работал. Вот. И самое грустное – это то, что этот проект нужен был только для того, чтобы отчитаться перед инвесторами. Ну и, соответственно, отзывов практически не дали, потому что, ну, как бы это такой мертворожденный продукт, который пользы по факту очень мало приносит. Сейчас сайт Савеловского давно обновился, и поэтому сейчас уже трудно говорить о той версии, которая была. Ну вот, к сожалению, да. Итого, значит, если люди настаивают на какой-то глупой идее, то если они готовы взять на себя ответственность за то, что это не взлетит, то как бы ваша карта в руки. Пожалуйста, вот сами рулите. Либо, если как бы это полностью расходится с моей идеологией, ну, то есть я там считаю, что вот так вот проекты делать не стоит, то если уж совсем денег совсем мало, то можно сказать, что хорошо, это только за дополнительные финансирования, то есть, ну, хоть какое-то поощрение себя, как мне кажется, быть должно. Вот. Значит, нет, 33, пришел на стажировку, где руководил 20-летний студент, сейчас сразу отмел. Это, правда, очень такая очень странная штука, когда
ну, бывают, конечно, случаи, когда более молодые там компетентнее оказываются, либо там вы только приходите в сферу. Вот, но трудности во взаимоотношениях с коллегами – это такая тоже отдельная тема. Мне кажется, ей стоит посвятить дополнительное время. Если вы хотите, то мы можем провести на эту тему отдельный семинар, потому что, мне кажется, это займет достаточно много времени. Все-таки, ну, с учетом того, что я на фрилансе с 2012-го, 5 лет таки я проработал в офисах, в общении с людьми, в командах. Поэтому, если вам интересно, можете поставить плюсик, и тогда мы этот вопрос с вами на следующий раз разберем. Просто, ну, мне кажется, очень объемная тема будет. Вот. Итак, нас смотрят 8 человек. Друзья, вновь прибывшим хочу напомнить о том, что если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в чат. И, соответственно, если вы хотите как-то обсудить вопросы, если у вас были какие-то трудности, уже готовы, да, отлично, супер, то пишите конкретные вопросы, мы будем на них отвечать, так намного легче строить наше с вами общение. Итак, есть в жизни так называемое тройное ограничение. Наверняка встречали такую картинку, которая, значит, там три кружка было, на которой было написано «дешево», «быстро» и «качественно». И, значит, в пересечении всех трех кружков было написано «утопия». Действительно, друзья, мы выбираем обычно либо, ну, либо одно что-то должно все равно, соответственно, отлететь. Либо это качественно и дешево, тогда, соответственно, это долго, либо это дешево и быстро, соответственно, некачественно, ну и так далее, да, и там третий вариант остается. Соответственно, давайте рассмотрим ситуации, в которых люди очень сильно давят на все три пункта. Правда, бывают люди, которые мне заказывали сайты и хотели, допустим, чтобы это было, там, не знаю, условно, за чашку кофе к завтрашнему утру, а завтрашнее утро начинается, допустим, в час ночи, и, соответственно, чтобы там, это была соцсеть. Ну, условно говоря, это совсем утаирую, но самое грустное – это когда начинаются неоправданные ожидания. То есть я вот ожидал большего качества за такие-то деньги, я ожидал, соответственно, что это будет быстрее сделано и так далее. В этом случае лично для меня очень важным оказывается составление технического задания. Когда получается так, что где-то в середине работы над проектом, выберите два пункта, да, да. Когда где-то в середине проекта оказывается ситуация, что нужно что-то менять или полностью сайт переделывать, ну, это оказывается очень грустно, да. Я знаю один проект, в котором нужно было делать тест по оценке компетентности сотрудников, ну, его делал мой коллега, и тест, в принципе, не очень сложный. То есть, в принципе, за 3 месяца чисто такого программного можно было бы все это дело успеть. Но поскольку у идеологов и авторов этой идеи, этих идей было очень много, они постоянно менялись, получалась ситуация, что давайте вот отменим, давайте поменяем. И в итоге 3 месяца превратились в 12, и запланированные, по-моему, 150 тысяч на разработку превратились в 1,5 миллиона. Ну так вот, нехило. И, собственно, возникает вопрос. Куда пропали 1,350,000? Да, человек работал, да, человек зарабатывал. Ну, просто как бы выхлопа от этого никакого не было. Поэтому важно, ну, я уделяю этому очень большое внимание, заранее встретиться с человеком, там, неделю посидеть с ним над техническим заданием, выспрашивать у него максимально все, что он хочет,
условно составить какой-то скелет на первый день работы с клиентом, после этого переспать не с клиентом только, а с техническим заданием, и на следующий день, соответственно, подумать о том, все ли я учел, и, соответственно, может быть, внести какие-то правки. Неделю посидеть, подумать. Если все хорошо, то, допустим, можно приступать. Это если действительно крупные проекты. На рынке фриланса, правда, существует очень много людей, которые готовы, я как говорил, за чашку кофе сделать просто что-то невероятное. Но у них есть, ну, как бы сказать, системы... Во Вселенной должен быть энергетический баланс. Вы не думайте, я сейчас не увлекаюсь всякой эзотерикой или каким-то космогенезисом, я там не за теорию всемирного заговора, но тем не менее, ну, объективно у человека, который работает за 500 рублей, должны быть какие-то недостатки, ну, особенности, скажем так. Ну и вот оказывается, что эти люди могут пропадать на неделю, могут брать предоплату там в размере 30% и исчезать. Поэтому, соответственно, качество работы, ну, тут стоит очень много внимания уделять. Вот, это касательно неоправданных ожиданий. Правда, бывают ситуации, когда... Вот, кстати, в вашей жизни встречались ситуации с неоправданными ожиданиями, когда от вас хотели одно, а вы на самом деле об этом не знали. То есть вы как-то вроде как договорились, вы там поставьте плюсики, если что-то похожее у вас было. По крайней мере, будем понимать, что я тут как бы не с луны свалился. Вот. Если вам близка тема того, что от вас ожидают совсем не того, жду ваших комментариев. Так, у нас 9 человек, это здорово. В утреннее время... нашего, как бы это сказать, нашего вебинара, это достойная цифра, это приятно. Нечетко сформулированная задача, это проблема. Да, очень согласен. Знаете, я в свое время составлял техническое задание для большой такой... О, конечно, было, это хорошо. Значит, не я такой один. Так вот, как-то я составлял техническое задание для одной финансовой компании. Вот исключительно просто вот работа заключалась в том, что нужно составить техническое задание. И я раньше не понимал, когда смотрел чужие технические задания, почему там встречаются пункты 1.1.2.3.5. Вот настолько детализация. А потом становится понятно, что вот... любой риск выхода вне технического задания приводит к тому, что заказчик может быть недоволен, то есть вы же мне вот это обещали, или, ну, я думал, что там условно у вас всплывающие окошки будут красивые, а вы мне сделали вот обычное простое. Или там, допустим, ну, вариантов много бывает. Вот, поэтому чем более детально прописано техническое задание, тем лучше. Это, соответственно, что касательно неоправданных ожиданий. Поехали дальше. Вообще, один из, на мой взгляд, хороших, один из хороших вариантов построить дружеские отношения с клиентом – это сделать его своим другом. Если, ну, как бы, я человек по жизни общительный, и иногда, ну, как сказать, это очень странно, что я вообще занимаю, ну, по собственному регламенту должность программиста, потому что, ну, как бы я люблю общаться с людьми постоянно, хотя вот говорят, что там это программисты, это прям люди, которые сидят в свитерах с очками, с длинной бородой. Я думаю, все, что могло остаться на настоящий момент из вот этого образа программиста, это длинная борода. Ну, там, хипстеры, все дела. Прошу прощения за скорую около моего окна. Это не за мной приехали. Это я живу практически у шоссе. Я
просыпаюсь, встречая и провожая кортежи скорой помощи. Вот. Лучший способ – это сделать клиента своим другом. Как это можно сделать? Соответственно, пообщаться, поинтересоваться у него, чем он увлекается, зачем ему нужен сайт, пусть расскажет про свои перспективы, что он хочет с помощью этого сделать. Там, не знаю, бывают ситуации, когда там люди, начитавшись книжки, допустим, Тимоти Ферриса «Как работать часа в день», понимают, что им нужно сделать какой-то гигантский проект, и который будет приносить им прибыль, а они будут где-нибудь в Таиланде курить бамбук. Такое тоже бывает, и история людей, которые приводят их к разработке каких-то IT-проектов, действительно, они бывают очень вдохновляют. И мне, правда, очень нравится работать с людьми, которые хотят сделать что-то хорошее людям, что-то полезное, да, не просто срубить бабла на, ну, не знаю, на чем можно срубить бабла? Допустим, на продаже ненастоящих айфонов 6, которые включаешь, и там на главном экране отображается яблочко. Все, он включился, и больше ничего. Ну вот такие варианты я не сильно поддерживаю. Или вот отчетность перед акционерами, как я уже говорил, тоже такая вещь, на мой взгляд, сомнительная. Вот, поэтому мне кажется, что в хороших отношениях между клиентом дружба действительно важна. Если вспоминать японское общество, то обычно японцы, ну, насколько, я сейчас говорю по той информации, которая у меня есть. Вроде как японцы часто остаются на пьянке со своими клиентами, часто ходят во внеурочное время, ну, общаются и так далее. И это тоже отличный способ поддержания хороших отношений. Это, конечно, в случае, если вам человек нравится. Ну, приятно же работать с людьми, которые доставляют вам удовольствие. А вообще, вот давайте подумаем. Если можно сделать клиента своим другом, который к вам... О, договариваться голосом плюс видео, например, через Skype, действительно улучшает отношения заказчика. Да, я полностью согласен. Иногда уделить, допустим, полчаса, час времени пообщаться просто на отвлеченные темы бывает действительно очень здорово. У меня вот, допустим, один из знакомых, ну, правда, удивительный человек, постоянно чем-то новым увлекается в плане развития бизнеса. Сначала занимался кейтерингом. Ну, кто не знает, это... как это сказать, это компании, которые предлагают организацию банкетов, фуршетов, вот все, что относится именно вот не к самому празднику, а именно к еде, к тому, чтобы сесть, там, ну и так далее. В общем, вы поняли. То есть заказывать тамаду – это не совсем кейтеринг, это именно вот банкет. Сначала этой темой занимался, после этого ему предложили заняться турецкими подгузниками. Дело тоже шло. Потом он взял, значит, уехал в Уфу и теперь занимается продажей... А, у него кафе появилось, после этого занимается продажей незамерзающей жидкости. Я, правда, удивляюсь, как такие люди появляются. Это здорово. Вот. И мы с ним общаемся, ну, правда, как вот завсегдатай. Это безумно классно. И после такого самому хочется что-то дополнительное делать. Да, вот если мы говорим про IT, да, мы вот собрались с вами на Geekbrains, то даже в IT можно заниматься абсолютно разными сферами. Можно там, я не знаю, мобильными приложениями, можно сайты кому-то делать, можно делать какие-то определенные узкие специализации. Там, допустим, исключительно заточиться под сайты для медицинского персонала. Вот у меня, допустим, друг занимается видеосъемкой. Тоже сайт, кстати, не заказывал. Вот. И он попросил сделать... Ой. Он сейчас в видеосъемке занялся именно съемкой медицинских центров. Вот только медицинский центр. Он считает это перспективным. Классно, здорово. Ну вот тоже интересно. А какие у вас еще наблюдения есть? Что можно сделать для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с клиентом?
То есть вот даже не с клиентом, давайте вот просто с людьми. Я думаю, что клиент это, вот мое мнение, клиент это обычный человек. Чем он отличается от, там, я не знаю, от вашего знакомого, которого вы видите, может быть, на работе, может быть, там, я не знаю, там, человек в метро проходит. Ну, разницы никакой не вижу. Ну, там, бабушка сидит на скамеечке, чем она лучше или хуже клиента? Вот. Какие у вас еще наблюдения? Как можно было бы поддерживать дружеские отношения с клиентом? Пишите в чат, буду ждать ваших ответов. Поздравлять с праздниками. Согласен, абсолютно. Я даже добавлю, я честно, вот прямо специально такого подхода не практиковал, но тем не менее говорят о том, что есть особенно ушлые люди, наверное, они живут либо в Одессе, либо, вот, кстати, клиент звонит. Вот здорово, иногда люди обо мне вспоминают. К сожалению, не всегда вовремя. Перезвоню. Так вот, напоминание по поводу поздравления с днем рождения. Так, быть с ним позитивным всегда. Отлично, отличное, отличное предложение. Я за хорошее настроение, за позитивчик, и я где-то уже вот эту карту показывал. Вот, это карта нашего сегодняшнего вебинара, на которой написано «Хорошее настроение может все». Итак, значит, касательно поздравления, все никак не закончу. Есть некоторые такие ушлые люди, которые живут либо в Одессе, либо в Израиле. Ну, хотя мне кажется, что у меня все-таки еврейская кровь есть. Я не расист, не шовинист. Вот, поэтому, пожалуйста, сохраните меня. Не ищите меня по адресу, если я что-то не так сказал. Значит, они поздравляют с днем рождения специально только тех людей, которые имеют определенный уровень дохода, которые являются очень крупными или перспективными клиентами. Ну, в принципе, в этом подходе есть что-то такое ценное. Я просто, ну, обычно поздравляю всех, но эти люди еще едут специально на их, к ним на работу, везут с собой какой-нибудь подарочек, ну, то есть, в целом, конечно, выстраивание отношений имеет большую пользу. Просто я, наверное, отношусь к таким вещам не настолько, как бы, цинично. Значит, быть с ним позитивным всегда, хорошее настроение. Да. И самое важное, что хочется к этому всему добавить, что вопрос... Как быть позитивным всегда? Это уже личные качества. И, соответственно, мы подходим к вопросу, что нужно самому сделать, да, для того, чтобы у нас было хорошее настроение. Я понимаю, что мы немножко залезаем в психологию, но, может быть, не в психологию, но все равно. Вот отношения с людьми – это такая тонкая игра на отношениях, на общении, на волне чувств и понимании того, что людям нужно. Давайте все-таки попробуем ответить на вопрос. Ваше мнение, да, какие личные качества, что важно иметь в себе для того, чтобы у нас было хорошее настроение? Вот, такой сложный, может, вопрос. Пишите в чат ваши ответы. Так, а я посмотрю, что у нас дальше. Классная цель и желание к ней двигаться. Я очень за. Действительно, когда, ну, как мне кажется, да, я...
могу ошибаться. Когда я ставлю перед собой какие-то серьезные задачи, ну, не знаю, вот, допустим, желание построить классную IT-компанию, которая вошла бы в топ-10 по нашему российскому рынку, то такие цели не могут не вдохновлять. И прям, ну, это действительно очень классно. К этому хочется двигаться. И вот этот блеск в глазах, он действительно заметен. Он, правда, ну, собирает, вдохновляет. Это правда, очень ценно. Доводить работу до результата и получить деньги. Да. Когда ты веришь, ты делаешь мир лучше. Я согласен. Значит, по поводу доведения работы до результата и получения денег. Я полностью согласен. Скажем так, на стартовых этапах действительно, ну, вот если вы, допустим, если человек планирует менять область деятельности, да, возможно, именно деньги, именно вот акцент на деньгах может иметь такую ключевую роль, потому что, ну, надо на что-то жить, да, и как-то еще. В какой-то момент, ну, вот, если вы посмотрите на Geekbrains курсе, который у нас есть, там есть приписка, которая говорит о том, какую среднюю заработную плату может получать специалист, получивший определенную квалификацию. И в целом хорошие специалисты, качественные, которые над собой работают, развиваются, что-то новое изучают и так далее. Но это тема уже следующего курса, следующего вебинара, наверное. Они, соответственно, ну, сначала закрывают свои базовые потребности, помните, как пирамида Маслоу. Была такая пирамидка в качестве мема, там, значит, вот посередине Маслоу здесь было хлебу, а здесь было икру. Вот, ну ладно, немножко отдалились в сторону. Вот, когда человек закрывает базовые потребности, оплачивает квартиру, оплачивает свою еду, в принципе, остается вопрос, что делать дальше. В целом, какие-то деньги это остаются, там, развлечения, да, можно, конечно, все полностью спускать, ну, как бы, это, на мой взгляд, не сильно перспективно. Но, тем не менее, вот, и встает вопрос, куда двигаться дальше. То есть можно постоянно делать, там, условно, мобильное приложение, которое состоит из одной иконки, и открывают там, ну, как, что-то простенькое, там, какой-то список, условно говоря, новостей, да. Ну, когда-то хочется расти лично мне. И мне очень трудно сидеться на месте, когда я, допустим, делаю шаблонные сайты, там, я не знаю, блоги, там, вот, каждые два дня делаю по блогу. Это очень трудно, потому что постоянно делаю одно и то же. Хочется расти. И поэтому, ну, вот у меня оказывается, что чем более масштабный проект я выполняю, для меня это, ну, намного здорово, ну, намного лучше. Извиняюсь за мой русский, который мне не русский получается. Когда я работал в офисе S7, я был действительно вдохновлен тем зарядом, той мощностью, потому что у меня был в руках проект, который нужен был топ-менеджменту компании. И эти люди, соответственно, приносили пользу всем, абсолютно всем людям, которые летали сибирскими авиалиниями. Это было, ну, это настолько вдохновляет. Вот представляете, что вашими руками можно сделать счастье другим людям. Ну, я сейчас не буду какие-то скабрезные шутки на эту тему давать. Но вы можете написать код, который будет потом использоваться тысячами, десятками тысяч людей. Это просто колоссально. Как говорила Эллочка Людоедова, или как это, я забыл, 12 стульев. Когда ты веришь, ты делаешь мир лучше. Доводить работу до результата. Вот, и касательно результата. Действительно, чтобы все-таки получить деньги, оплату от людей, действительно очень важно зафиксировать результат. Опять же, мы возвращаемся к техническому заданию. Именно важно, чтобы были определены критерии, по которым вы получите ваши заработанные деньги. Потому что, условно говоря, если будет нечеткое ТЗ, либо если это там первое касание с человеком, и вы пока, ну,
пока еще только налаживаете контакт, то техническое задание здесь очень важно. То есть критерий получения денег в размере, допустим, который говорит о том, что должен быть сделан сайт, он нечеткий. Нужно говорить, что конкретно будет сдано и в какое время. То есть, условно говоря, сайт работает, там все страницы, которые были заявлены клиентам, открываются, тексты написаны на сайте действительно те, о которых мы говорили, и, соответственно, проведено обучение в заказчика в административной панели. Вот. Это ключевые показатели, по которым, соответственно, вы можете получить деньги. Есть такой умный термин, называется KPI. KPI. Ключевые показатели, что-то там такое. Можете посмотреть в интернете, я, к сожалению, не помню. Вот это как раз в тему. И хорошо. Тогда у меня вопрос следующий. Были ли случаи у вас в жизни, когда отношения с человеком, это вот можно говорить не только про заказчика, да, когда отношения с человеком у вас были не очень хорошие, но вы что-то сделали, и его отношение к вам изменилось. Вот, расскажите, что вы сделали. Я уверен, что у вас что-то похожее было. Вот. Нас смотрит 9 человек. Это хорошо. Я пока смотрю, может, еще что-нибудь, какие-нибудь карточки знаю. О, действительно, мы как раз с вами говорили про личные качества. Ну, соответственно, эта карта очень в тему. Менять мир начинают с себя. Вот мы, собственно, и занимаемся тем, что мы могли бы изменить для того, чтобы отношения с клиентом, в том числе и в будущем, могли бы быть действительно ценными. Так. На всякий случай напомню, друзья, пишите, соответственно, что вы такого сделали, чтобы отношения у вас с людьми стали лучше. Вот, пишите прямо сейчас. Да, я начал уважать этого человека, и он стал лучше относиться ко мне. Здорово. Не было такого, не помню. Ну, я надеюсь, что все отношения с людьми у вас были хорошими. Это здорово. Расскажу тогда так, по поводу улучшения отношений. Есть такая штука, называется ответственность. Не все ее, наверное, правильно понимают, но в целом ответственность – это не то, что, допустим, вот у вас была машина, да, точнее, вы взяли у друга машину покататься и вдруг ее разбили, да, то ответственность – это не пойти и сказать, вот, извини меня, пожалуйста, машина сломалась, все, как бы, извини, извини, извини. Ответственность – это понимание того, что вы дадите человеку после, ну, в случае, если накосячишься. Ну, а ситуации, когда мы делаем ошибки, они действительно бывают. Ну, я тоже делаю ошибки. Я как бы не хочу делать из себя святого человека в том плане, что все отношения, которые у меня есть с заказчиками, они исключительно хорошие. Как я говорил, да, вот заранее знайте и будьте готовы к тому, что, собственно, построить хорошие отношения, к сожалению, не получится. Это порядочность, да. Ну, скажем так, давайте мы сейчас хоть какой-то терминологии будем придерживаться. Я сейчас расскажу о своем понимании, да, я не говорю о том, что мое понимание ответственности, оно искреннее, да, по Фрейду получилось, что мое понимание, оно истинное, вот,
нужно слово сказал. Но ответственность это когда сломалась машина, вы починили, вы починили машину, отвезли в ремонт, и сверху это еще и добавили тортик принесли, устроили какой-нибудь небольшой праздник в честь человека, в честь благодарности, в честь ценности тех отношений, которые у вас есть. И по факту, мы опять же возвращаемся к теме того, что такое дружба, да. И ситуации разные бывают. Самое банальное – это, допустим, сорвать сроки. Это случается не только с айтишниками, это случается со многими, да. И важно понимать, что можно дать человеку за понимание, за минутку терпения, за понятие того, что вы сделали, да. Допустим, вы могли бы сократить, соответственно, цену на свои работы, там, не знаю, на 20-30%, условно, сами выбираете, сами там договариваетесь. Соответственно, могли бы сделать какой-то бонус дополнительный, допустим, следующий сайт сделать в полстоимости, или там следующий проект, который у вас будет, сделать в полстоимости, либо, соответственно, как-то помочь, провести консультацию, обучение, что-то еще, то есть дать человеку понять, что для вас ценно то, что происходит, да, и у меня такие случаи были, когда, не совсем из-за того, что я не совсем хорошо просчитывал сроки или объем работ, в первую очередь, на самых начальных этапах, потому что я не знаю, никогда не сталкивался с какими-то новыми работами, когда учился разрабатывать сайты, да, там, на какой-то определенной системе, и не знал, сколько это времени займет. То есть даже если прикинуть там, в полтора раза умножить сроки, то все равно это не сильно помогало. И поэтому, соответственно, бывало, устраивал скидки, по-разному. Это вот что касательно ответственности. Вот. Есть еще такая вещь, соответственно, это вот именно личное, вопрос лично каждому, каждый для себя отвечает на него абсолютно по-своему, и это хорошо. Поэтому просто либо плюсиком, либо минусиком попробуйте ответить на короткий вопрос. Если изначально клиент ведет себя некорректно и непорядочно, и все попытки, вас вывести его в нормальное позитивное русло приводят к провалу, вы бы стали продолжать работать с этим клиентом, допустим, если бы он вам доплачивал, в полтора-два раза, или нет? То есть ваши нервы стоят дополнительных денег или не стоят? Плюс или минус? Пишите в чат, думайте. Видимо, у нас на Ютубе иногда бывают некоторые задержки в связи. У нас на Ютубе. Хорошо сказал. Ага, спорно. Лично для меня зависит от текущей загруженности. Если работы нет никакой, то на жертву можно пойти. Согласен. У меня были такие ситуации, когда клиенты очень неадекватно себя шли. Да, плюс если договор письменный. Да, если все регламенты учтены, да, отлично. Друзья, у вас просто шикарные ответы. Мне очень приятно с вами общаться, и я, если честно, очень жалею, что зависит от текущей наполненности кармана. Я очень жалею, что мы с вами не можем увидеться вот так вот лично, потому что, это приятно видеть классные лица, новых людей, очень вдумчивую аудиторию
Спасибо вам, что вы есть, это для меня ценно. Давайте посмотрим, значит, если договор письменный, да, договор – это очень важная штука. Зависит от текущей наполненности кармана. Да. Хорошо, тогда у меня примерно такой ответ. Действительно, бывают ситуации, когда бывает трудно, да, чисто финансово, и на какие-то ухищрения стоит идти. Ну, в последнее время я все чаще и чаще стараюсь отходить от таких людей, потому что, ну, как бы сказать, есть один способ, на мой взгляд, очень хороший, который позволил бы общаться с людьми, которые на эмоциях, очень тяжелыми, с которым нужно очень долго объяснять, это разделение обязанностей. Когда у вас есть какой-то посредник, допустим, я не знаю, либо вы являетесь таким несколько посредником, то есть получается два в одном нужно совмещать. То есть, условно говоря, работать, допустим, с менеджером проектов намного проще, когда менеджер проектов как-то налаживает эту работу. Потому что у меня были случаи, был случай точно один. Я работал в одном из интеграторов, такая крупная компания, делали что-то похожее на сервис, который сейчас есть в Юду. Там можно было, ну, много, в общем, чего можно было, там, заказать себе билеты, заказать себе, ну, в общем, запчасти и так далее. Так вот, у меня получалось так, что у меня была часовая ставка, да, это вполне естественно для рынка фриланса и вообще просто там, некоторых компаний. Часовая ставка, и, соответственно, мне оплачивалось все, что, соответственно, было в рамках задач. Если что-то касалось обсуждений, то, соответственно, эти вещи не оплачивались. Ну, я обычно стараюсь к минимуму сводить количество обсуждений, то есть максимум уточнений, но желательно за минимальное время, чтобы потом можно было уже нормально работать. Так вот, и получалось так, что общение по задачам, допустим, получасовой, занимало у меня полтора часа времени. И это не по той причине, что там, я не знаю, что было много вопросов. А ко мне было много вопросов. Почему ты принял такое вот решение именно так вот делать? И когда я говорил о том, что ну, вот у нас полтора часа обсуждение прошло, как бы, что мы с этим будем делать? В итоге у меня рабочий день сокращался с 8 до 3 часов. Ну, то есть, сами понимаете, когда есть ответственность перед семьей, нужно какие-то деньги вкладывать и так далее, помогать на еду и так далее. Ну, все, в принципе, это понимают. То вот такого сокращенного графика рабочего недостаточно для того, чтобы как-то людей покормить, которые находятся в одной квартире. Вот, и, соответственно, ну, я принял для себя решение все-таки закончить отношения, то есть бывают ситуации, когда можно передоговориться, но иногда с некоторыми людьми, лично мне, дешевле намного заканчивать отношения. Поясню, попробую пояснить, почему. Все-таки как бы, хорошее настроение, как мы с вами уже убедились, это действительно большой ресурс. И его очень важно поддерживать. Очень важно, чтобы вы всегда находились в классном, собранном состоянии. Ну, либо спокойном, либо хорошем, что действительно помогает... О, я в ВК есть, да, в ВК есть. Ссылочку могу скинуть. Так вот, были... Так вот, скидываю свою ссылку в ВК, если кому-то что-то нужно. Значит, бывают ситуации... насчет ресурса, да, важно его подкреплять, потому что если через полтора там, месяца, через полтора года обнаружить, что у вас согнулась спина, вы в недовольном состоянии, вы просто думаете, вот, лишь бы он сдох, вот только бы закончить работу. Ну, честно, как бы я переживал такое состояние, и для меня оно совсем не ресурсное. Я
куда я готов намного больше работать в хорошем состоянии, там, я не знаю, допустим, найти еще 5 заказчиков, но только бы у меня настроение клевое было с людьми. И для меня это важно. Вот я с вами общаюсь, мне хорошо. Просто потому что вы, во-первых, классные, с вами, ну, очень здорово. И я безумно вам за это благодарен. Вот. И это меня действительно, ну, это, да, извиняюсь за, опять, спорю, вот. Меня это вдохновляет, это дает мне дополнительную энергию, для меня очень ценно. Вот. Ну и что хочется сказать напоследок, наверное, честно, конечно, мы можем еще много говорить по поводу наших клиентов будущих. Я 2,5 года занимаюсь айкидо. И мне кажется, что, возможно, по этой причине, а может быть, по какой-то другой, отношения у нас с клиентами хорошие. Конечно, я никому не угрожаю, там, заломы и захваты не делаю, но, тем не менее, это хорошо собирает. Вот. Здоровый образ жизни, хорошее настроение действительно очень ценно. Вот. Друзья, как вы себя сейчас чувствуете? Какое у вас настроение? Как вы? Просто расскажите... Одно-два слова, можно плюсик поставить, я не знаю, если очень хорошо, можно много плюсиков поставить. Расскажите о своем состоянии, как вы. Мне это очень ценно, вот, поэтому давайте, я вас жду. Эй, готов фигачить за свою цель. Так держать. Хорошо, Андрей. Ура. Нас еще 9 человек, это здорово. Точнее, всего нас 9. Со мной 10 получается. Так. Ну, хорошо. Пока кто-то пишет, в любом случае, друзья, я безумно благодарен вам за то, что вы были на данном вебинаре. Если у вас есть какие-то, не знаю, благодарности или отзывы, просто пожелания того, что можно было бы сделать лучше или что-то еще, я действительно вам очень буду благодарен. Для меня очень ценно делать свою работу лучше и качественнее. Поэтому спасибо вам. Я надеюсь, что хоть что-то полезное я вам смог рассказать. Я постарался рассказать про свой опыт. Иногда, конечно, бывает, ухожу в дебри. Вот. Спасибо вам огромное. И до скорых встреч. Я уверен, что мы с вами увидимся еще много раз на портале GeekBrains. Заходите, буду вас всех ждать. Обнимаю и шлю вам всего-всего-всего классного. На этом нашу трансляцию... О! Кирилл, спасибо большое. Иван, большое вам спасибо. Андрей, о, спасибо. Ура! Фишка, отлично. Спасибо большое вам всем. Всем пока. Скоро будет доступно видео. И, соответственно, если что, захотите, можете пересмотреть. Ну, пока.